бедная семья против богатой семьи. Бедная семья. Девочки, у меня для вас сегодня сюрприз. Сегодня у нас появился с вами транспорт. Папа, ты что, машину купил? Вау, наконец-то меня в школе не будут лохушкой называть. Ну, конечно, до машины я еще не дорос, но накопил на вот это. Смотрите, какой классный велосипед. У него, конечно, немножко колесики погнутые. Я его купил на рынке, на распродаже. Кто-то выбрасывал, и вот я его купил. Так что давайте садитесь и поедем в школу. Все, девочки, молодцы, пристегиваться не надо, здесь ремней безопасности нету. Поехали, я вас сейчас с ветерком прокачу. Эх, жаль только, цепь заржавела, да колеса кривые, трясет немножко нас. Ну ничего, девочки, сейчас приедем в школу. Эх, все-таки меня будут называть лохушкой. Все, выходим, девочки, а я поехал на работу, идите в школу. Отлично, хороший транспорт, поехал. Богатая семья. Папа, пора в школу, доставай машину, нормальную. Да побыстрее, я устала стоять. Окей, дочки, достаю. Ну что, дочки, поехали, вау, в школу. Бедная семья. У меня для вас хорошая новость. Я сегодня на работе заработал $20. И мы сейчас в магазине что-нибудь купим. Это будет круто. Так, девочки, о, можете выбрать себе что-нибудь. Пап, а что я себе могу взять? Кофе и печеньку? Папа, а я себе могу взять печеньку и лимонад? Ну, я сегодня же заработал деньги, сейчас посмотрим. Так, печенька у нас стоит $20 одна печенька, боже мой. Так, а кофе $3, а чай $2. А, девочки, нет, вы можете выбрать себе либо кофе, либо чай. У меня просто всего $20, денег не хватает. Эх, как всегда, ну ладно, возьму кофе. Ладно, а я себе чай. Ну вот и рад, что вам понравилось сегодня сходить в магазин. Все, пойдемте, девочки. Богатая семья. Пап, ну что, мы погуляли, пойдем в магазин. Я уже проголодалась. Ну что, пойдемте, потратим немножко деньжат. Магазин недалеко, заходите. Ой, какой-то он бедненький, тут и товаров толком нету. Заходите, девчонки. Так, что печеньки? Фу, $20, я за минуту столько зарабатываю. Что у нас, кофе? $3. Так, дешманский. Чай $2. Ладно, берите себе всего, сколько хотите. Наберите себе по 20 печенюшек, по 20 кофе, по 20 чая. Зачем мне столько чая? Мне 10 хватит. А я возьму печенек штук 30 и собачек на улице подкармливать буду. Да и лохушек в школе. Ну что, пойдемте дальше, девчонки. Бедная семья. Так, сейчас порой в карманах. Ну, вроде есть немного денег, это нам завтра на еду. Эх, ну я вас очень сильно люблю, поэтому давайте сходим за подарочком. Побежали. А, где велосипед? Колесо отвалилось, болтик разболтался, пришлось на ремонт отдать. Придется теперь целый месяц на болтик копить денежки. Ну, давайте куплю вам подарки. Так, посмотрим, сколько этот стоит. $500! Это мне целый год работать. Не-не-не, извините, девочки. Этот $200 полгода работать. Нет, этот я не могу купить. $70, девочки, 3 дня работать. Ну ладно, куплю одной и второй. Папа, папа, ты такой классный. Купил нам подарки, я мечтала целый год. Ой, я так рад, что вам нравится, девочки. Открывайте, будем смотреть на счет 3. Раз,
два, три. Ура, у меня игрушка Пончик, как я и хотела. Ура, теперь у меня есть игрушка для питомцев. Я буду ждать, когда ты мне подаришь питомца. Ой, я так рад, что вам понравились подарки. Ну все, девочки, пойдемте домой, надо покушать. У нас есть, по-моему, овсяная каша. Ну, как вчера и позавчера, пойдем кушать. Богатая семья. Пап, почему сегодня мы без подарков? Вези нас за подарками. Мне как минимум парочку легендарных, не то что как в прошлый раз рарные. Ой, вы меня разорить хотите? Да ладно, у меня денег много, поехали, садитесь в тачку. Смотри, какой легендарный донатик велосипед. Я хочу такой. А мне надо таких штук два. Когда испачкается, буду менять. Ну ладно, ладно, посмотрим, что выпадет. У меня есть с собой где-то 10-20 тысяч долларов. Может, вам хватит. Давайте откройте ваши подарочки. Ну что, девочки, открывайте. Будем смотреть, что вам выпадет. О, велосипедик, Каришка, а тебе? Что тебе выпало? Погремушка. Ладно, давайте еще вскрывайте. Ой, а у меня погремушка выпала. Кину какой-нибудь бедной девочке. Так, открываем на счет три. Раз, два, три. Папа, что за фигня в этих подарках выпадает? Зачем мне этот кенгуру? Я хотела велосипед, донат. Знаете что, девочки, мне позвонили с работы, так что пооткрывайте подарки завтра. Ты мне купишь 20 штук. Мне пока не выпадет легендарка. Да куплю, куплю вам все, поехали, дела. Бедная семья. Папа, папа, а мы можем слетать на башню, купить что-нибудь? Говорят, продают какие-то ингредиенты. Девочки, мы купить ничего не можем, у нас денежек нет, у меня всего 3 доллара. Но можем слетать просто на экскурсию, вы согласны? Да! Ну все, я вас беру и отнесу. Пойдемте. Я, конечно, хотел бы летать на своем транспортном средстве, но у нас, к сожалению, с вами денежек нет, поэтому мы полетим на бесплатном. О, я уже вижу, вот наш аппарат, сейчас мы на нем полетим. Совершенно бесплатно. Ой, 5 долларов, все денежки потратим, полетели, девочки. Девочки, все, пойдемте посмотрим, что здесь. Заходите. Самое дешевое зелье здесь стоит 10 долларов. 995! Мамочка, 3 года работать. 395. Не, девочки, здесь все дорого. Ладно, посмотрели. А пойдемте наверх посмотрим, экскурсию сделаем. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Догоняйте меня. Рита, догоняйте, догоняйте. Пойдемте посмотрим, какие тут классные штуки. Вау, башня мага, похоже. Вот это прикольно, круто. Смотрите, тут дверь. Девочки, смотрите, тут батут есть. Прикольно. Ой-ой-ой, аж страшно. А здесь есть что? Девочки, бесплатный аттракцион. Вот, веревку берите. Подходите, берите веревку вот здесь. Папа, я немножко боюсь. Не бойся. Правда, я сам боюсь. Ну ладно, я первый, ты за мной. О, нормально, Ариха, давай. Классно. Супер приключение. Ух. Богатая семья. Пап, ну и чё мы стоим? О чем дело? Наверх-то посмотри. А чё там, чё там наверху? Ну, воздушный замок и чё? Ну я туда хочу. И я хочу. Ну вон воздушный шар, пойдемте, он нас отвезет сейчас туда. А чё вы встали? Девчонки, вы чё стоите? Папа, мы что, как обычные и бедные, должны лететь? Доставай свой глайдер, полетели.
А, ну да, точно, у меня же глайдер есть. Пап, ну ты чё? Ну что, тебе на ноги должны цепляться, на руки нас два возьми. О, а, ну да, точно. Ладно, поехали. Есть, ну, полетели. Вау! Вроде прикольно так лететь. Ага, одноклассницы так не могут, у них нет глайдера. Вау, заходим на посадку, девочки. Ух-ух. Ну что, пойдем посмотрим, что там есть. О, так мы на самый верх залетели. Обычные-то вниз, ладно, прыгайте сюда. Что тут зелья? Ха, $395, $995, $10, $40. Это 90, антигравитация. Ладно, давайте, девочки, вам куплю антигравитацию. Раз, два. Давайте посмотрим, что это будет. Рита, держи. И что, эту штуку можно пить? Да пейте, пейте, давайте посмотрим, что будет. Вау, вы теперь вообще попрыгунчики. Нифига себе, классно. Пойду похвастаюсь в школе. Папа, купи мне тюбиков 10, чтобы я могла своим подругам подарить. Окей, без проблем, всего 999. А, где эта штуковина? А, всего не вижу. Ага, вот нашел. Всего $999, да без проблем. Бедная семья. Эх, Аришка, ну что, пойдем учиться? Да, надеюсь, нас чему-нибудь хорошему научат. Ой, ну где тут эти бомжики? Бедные дети, бедные. О, расселись по партам. Ну, как вы знаете, у нас сегодня лохология. А что делать, если ты бедный? Где достать $2 на пропитание на неделю? Богатая семья. О, это класс для бедных. Да, нам не сюда. Пойдем в наш нормальный компьютерный класс. На-на-на. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, мои богатые девочки, вы расселись? Ариша, что ты за стул прячешься? Садись, сейчас будем изучать предмет. Как заработать $1,000,000, ничего не делая? Ну, конечно же, у папы попросить. Ну все, записывайте. Бедная семья против богатой семьи.